Несмотря на утренний мороз, на театральной сотрудники дирекции благоустройства уже украшают 12-метровую новогоднюю красавицу с помощью автокрана. Вначале, конечно, звезда, затем гирлянды и елочные игрушки. У нас в городе на данный момент будет установлено 28 елок. Из них 17 уже стоят, 11 будут в центре и остальные в районах. По некоторым елкам работы будут проводить подрядчики. То есть на площади Победы, Лыбецком бульваре и главную городскую елку будут украшать подрядные организации. В ящиках новогодние шарики трех цветов. Это что касается родных украшений от дирекции благоустройства. Но будут и другие. Каждый год неравнодушные рязанцы добавляют что-то свое, сделанное вручную. К таким подаркам в дирекции благоустройства тоже относятся аккуратно. Игрушки, которые мы вешаем, они сохранились с прошлого года. Мы их бережно храним. То есть все шарики мы упаковываем в коробочки. И все это хранится на складе. Также бережно хранятся те игрушки, которые сделаны жителями своими руками. Мы их также вешаем на елке. Праздничная иллюминация, светодиодные конструкции и новогодние арт-объекты сделают город ярче во второй половине декабря. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».